Сегодня история из Евангелия, которая также поднимает этот вопрос. Как иметь уверенность или как прожить, чтобы знать, что ты будешь иметь жизнь вечную? Евангелие Матфея, глава 19. С 16 стиха читаю. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“». Говорит ему: „Какие?“ Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя“. Юноша говорит ему: „Все это я сохранил от юности моей. Чего еще не достает мне?“ Человек, который задает этот вопрос, сам этот вопрос, задаваемый им, говорит много хорошего о нем. О том, что он, невзирая на молодость, невзирая на то, что кажется ему еще рано думать о смерти, он заблаговременно понимает и размышляет, как ему эту жизнь прожить от юности, чтобы когда придет смерть, а она может быть и нежданной, скоропостижной, чтобы он был готов перешагнуть в иной мир, зная, что в том ином мире его Бог примет в свою вечную жизнь. И его образ жизни, когда Иисус говорит ему: „Знаешь, ну, в принципе, я тебе ничего нового не скажу, живи по заповедям“, он говорит: „Ну, так я поэтому живу, я так и живу“. То есть он старался жить по этим заповедям, ну, готовя к себя к тому, чтобы оказаться все-таки в Божьем Царстве. Он старался так жить, я так и исполняю. Больше того, дальше будет видно, что этот молодой человек был очень богат. Знаете, ну, я думаю, может быть, я скажу такую фразу, может быть, кто-то знает таких, я не знаю. Я не знаю ни одного мажора, который был бы так благочестивый, что вот так очень сильно переживал за вечную жизнь и от юности старался жить по заповедям. Может быть, есть таковые, я не говорю, что таковых нет. Но, как правило, если где-то есть какие-то новости об этих сынках богатых людей, то где-то такие вот неприглядные, где-то они там в клубах, где-то они себе развлекаются. И иногда жизнь заканчивается скоропостижно для них, а они жили веселье. А этот же человек, наоборот, живет набожно, религиозно. Больше того, он идет и разыскивает Христа, Иисуса Христа, тогда, когда для богатых людей, для большинства богатых людей Христос не был авторитетом. Они игнорировали его, не думали о нем. Вообще он бедный, знаете, как богатый смотрит свысока на бедных. Какой-то бродячий проповедник без диплома. У меня есть свой личный священник, он за меня помолится, да? А этот человек идет, ищет Христа, в других Евангелиях даже, что он падает перед ним на колени, вопрошая. То есть очень и очень много хорошего мы узнаем о нем и из этого урывочка. Но при этом он понимает, что ему что-то не достает, нет уверенности. Он рад, что его жизнь хорошо сложилась в этой жизни, в этом мире. Он многое что имеет, и, может быть, даже где-то, ну, ему легче было не красть, чем другим. У него большой достаток. Возможно, ему легче, чем другим было исполнять заповедь «почитай отца и мать», потому что отец и мать его так сильно устроили в жизнь, благословили его. Он все имеет, ничем не нуждается. Может быть. Но при этом он желает, чтобы не только эта жизнь его хорошо, удачно сложилась, как сейчас, а он желает, чтобы он был там не последним в той жизни, а чтобы Бог принял его в свое царство.
И вот он приходит ко Христу, чтобы Иисус Христос помог ему иметь эту уверенность, иметь гарантию, чтобы я имел гарантию, что и там будет все хорошо со мной. И когда на вопрос Христа, исполняя заповеди, какие, он заверяет, слушай, я в принципе всю свою жизнь их исполняю. Думаю, что где-то это он, может быть это было искренне, его такое признание, но не совсем глубоко он понимал, что все-таки не все эти заповеди ему удается исполнять. Когда он приходит ко Христу, он называет его благий. И говорит, вот стих 16, благий учитель, что сделать мне доброго? Вот слово благий и доброго – это одно и то же самое слово. Можно сказать, что учитель добрый, что мне доброго делать еще? А Иисус говорит, что Бог только добрый, Бог только добрый. И поэтому... Но вот ему-то по-настоящему доброты не хватало. Эти Божьи заповеди, которые Бог требовал, последние, которые как бы обобщая еще, люби ближнего, как самого себя, она требовала быть добрым, как Бог. И сам Христос говорит, слушай, только Бог добрый. Ты говоришь, что ты добрый, ну, проверь себе заповеди. Да, я добрый, но только Бог добрый. Тебе, чтобы иметь уверенность, что-то не хватает. Тебе нужно, чтобы сам Бог провел в это себя в свое доброе царство. И дальше Иисус дает ему конкретные указания, что ему не хватает, чтобы пойти за этим добрым Богом и войти в его царство. Стих 21. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, вот, быть настолько совершенным, чтобы быть уверенным, иметь гарантию, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печали, потому что у него было большое имение. Ну, если ты хочешь быть по-настоящему добрый, и если ты хочешь любить ближнего как само себя, то много ближних, которые имеют намного меньше, чем ты. Поделись с ними, если ты их любишь как само себя. Ну, только в этом единственном случае Христос говорит вот такое вот требование, продай все, что имеешь. Были моменты, когда так же, как ко Христу, приходили богатые люди, и им он такого не сказал. То есть нельзя сказать, что Иисус требует от всех богатых людей как условие, чтобы они, вот, они вышли в Царство Божие, чтобы они все продали. Но этому юношему Иисус дает такое условие. Видно, для него это было крайне необходимо, или как бы по-другому он бы не пошел за Христом. Потому что ему это богатство, которое он имел, мешало. Это, знаете, как бывает, человек приходит к врачу на прием, какая-то болезнь на ноге, рана. А одному врач скажет, ну, тебе нужна вот такая-то вот примочка или мазь помажет. Другому скажет, ну, слушай, тебе нужны какие-то вот антибиотики поколоть. А третьему скажет, что, слушай, тебе нужна ампутация, потому что ты погибнешь. Вот в его случае нужна была ампутация. Ему нужно было вот это вот то, к чему он так привязался, то, что стало для него идолом, по-видимому, то, что он так берег и чем гордился, нужно было вот радикально с ним расстаться. И только тогда, когда он с ним расстанется, он сможет сделать то, что является ключевым в этом требовании. Ведь Христос сказал ему два требования. Первое было подготовительным, а вот второе основное. Вот первое подготовительное – продай свое имение, раздай нищим. А второе, что он, Иисус от него пожелал? И следуй за мной. Вот ты это отдашь, и вот тогда ты за мной последуешь. И вот следуя за мной, ты будешь иметь гарантию, ты будешь иметь уверенность, что ты войдешь в Царство Божье. Я туда иду. Я туда иду, чтобы
Царство подготовить. Если ты пойдешь со мной, ты будешь в мигранте, ты будешь на небесах. Следуй за мной. И последовал ли он за Христом? Сказано, что он не последовал, а отошел. С чем он отошел? Даже опечаленный, с печалью. Он не смог расстаться с богатством, и поэтому ему пришлось расстаться со Христом. С Иисусом Христом, которого он искал, которого он уважал. Тогда, когда Христос дал ему очень, ну, очень ценный совет, совет, который бы гарантировал ему вечную жизнь, если бы он его исполнил. Но он не захотел променять эту уверенность или гарантию на небеса, променять на то, чтобы его земная жизнь уже бы не имела тех гарантий, которые ему давало, как ему казалось, в его глазах его состояние. Скорее всего, он хотел быть в числе первых здесь, ну и там. На этом как бы история, евангельская история об этом человеке обрывается. О его судьбе больше не сказано ни слова. И можно только предполагать. Вот в этой истории он даже как не называется по имени, хотя иногда в евангельских историях ключевые люди, люди, которые зачастую потом становились верующими, их не упоминается. Как начинается наше повествование, стих 16, и вот некто. Он остался в Евангелии каким-то некто, необозначенным. И самое страшное, что не то, что его имя не записано в Евангелии, вполне возможно, что оно оказалось не записанным в книге спасенных, в книге жизни Христова. Он сберег свое имущество, по-видимому, но вместе с этим имуществом, сбереженным на земле, он ничего не получил на небесах. Ну, вообще Писание предупреждает, что один любимый идол может быть погубить даже самого такого благочестивого или подающего надежды человека. Погубить его душу. И дальше Иисус комментирует своим ученикам, когда он уже ушел, его уже нет. Он говорит с апостолами. Стих 23. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Или словами, трудно богатому пойти за Христом, который приводит в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Богатому очень трудно. Иисус говорит, не говорит о том, что богатые не спасутся, но очень малый процент, да, намного меньше процент, чем среди всех остальных, среди них будут спасенными, потому что вот, ихнее богатство им мешает сделать самое важное – пойти за Христом. Вообще, вот, пойти за Христом – это всегда было то же самое. Вот, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Вот для юноши отвергнуть себя – это сначала расстаться с его сокровищем. Богатому трудно отвергнуть себя, потому что склониться, признать себя кающимся грешником. Если бы Иисус сказал, что ну, ты хочешь сделать доброе дело, ну, посоветуй на нашу миссию, на апостольскую миссию, 20% своего состояния. Может быть, на это бы согласился, да? Может быть. Но Иисус говорит, что мне нужна твоя душа. А твоей душе мешает это богатство. Оторвись от него. Это мы иногда, когда мы видим богатых, нам нужно, ну точно не нужно им завидовать. А скорее всего, если даже видим и знаем таких людей, мы можем им посочувствовать, понимая, как трудно такому человеку встать на колени перед Богом, признать себя нуждающимся грешником.
и со человеком, который будет жить по Евангелию. Следующие слова Христа в беседе уже с учениками, с апостолами. Услышав это, вот такой вот комментарий Христа, что он ушел, этот человек, так и не спасенным, услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? Если он не может спастись, так кто же вообще может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человеком это невозможно. Богу же все возможно. То есть для многих, кто там был, даже для апостола, этот человек был, ну, кажется, каким казалось, претендентом номер один или в числе номер один на Царство Божие. Но из-за того, что он не пошел за Христом и отказался от этой возможности, кто же может спастись? Иисус говорит очень важные слова. В принципе, никто из нас не есть настолько хорошим и добрым, чтобы спастись. Мы не можем спастись. Мы не можем сами себя спастись. Но только Бог, всемогущий Бог, нас может спасти. И вот когда мы идем за Христом, когда мы веруем в Него и доверяемся Ему, Он это делает в нашей жизни. Богу это возможно. То, что для нас невозможно, Богу возможно. И последнее в этом диалоге между Христом уже и апостолами, уже Петр но хорошо поняв, о чем идет речь, делает вот еще один вопрос. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Петр понял, что вот юноша не выполнил условия, которые ему поставил Христос, а не выполнил. Христос от юноши потребовал оставить все. Он это не захотел. А апостолы оставили все. Ну, они как бы свою жизнь остановили земную и полностью отдались для того, чтобы быть с ним. Они выполнили главные условия, они пошли за Христом. И то, что им мешало идти, они оставили. Вот мы это сделали. Что же будет нам? А для нас есть гарантия? Иисус говорит: да, для вас есть гарантия. Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной вот сейчас, в покибытии, когда он вернется как царь, когда будет его второе пришествие, когда будет его царство небесное, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, и всякий, то есть не только гарантия для вас, для апостолов, а и всякий, кто выполняет это условие, вот, оставь все и пойди за мной. И всякий, кто оставит то, что ему мешало быть за Христом. Иногда мешают какие-то связи. Часто, что родственники говорят, что если ты покаешься, мы тебя даже знать не хотим. Друзья могут отказаться. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, не просто оставит, а оставит то, чтобы пойти за Христом, ради имени моего, получит во 100 раз и наследует жизнь вечную. Получит во 100 раз. Причем в других Евангелиях видно, что это вот оставление и получение во 100 раз уже начинается на земле. Вы потеряете домы ваших близких или ваших друзей не потому, что вы их не захотите видеть. Они вас могут не захотеть видеть из-за Христа. Но Бог говорит: ну уже на земле, уже на земле вы получите лучшее гостеприимство от других друзей, от тех, с кем вы станете близкими благодаря Иисусу Христу. Даже на земле вы получите уже многое из того, что вы потеряли, настоящую радость, уверенность, спокойствие, смысл жизни. Но самое важное, из-за чего поднялся этот разговор, как иметь уверенность в жизни вечной, вы будете иметь эту уверенность. Вы наследуете жизнь вечную. И награда в этом царстве. И эта награда будет пропорциональна тому,
что вы ради Христа в своей жизни оставили? Отказались? И то те жертвы, которые вы в своей жизни пошли за то, чтобы любить Бога, Бог оценит и воздаст намного больше. Знаете, на земле, если, как правило, кто-то вам обещает большие проценты за вложение, стоит очень сильно задуматься. И, скорее всего, пойти в другую сторону. Но Бог говорит правду. И говорит, то, что мы оставим, пожертвуем, следуя за Ним, Он воздаст, и это неизмеримо больше. Вечными благословениями. И последняя фраза в этой главе. Многие же будут первые последние. И последние первые. В этом вот стремлении быть на небесах. Прежде всего, эта фраза может быть применима к этой истории. Этот человек был один из первых на земле, этот богатый юноша. Его уважали, его почитали, о нем хорошо думали, и он хорошо устроился. Но, говоря о Царстве Божьем, если так его жизнь закончилась, как здесь, и ничего не изменилось, то здесь он был первым, а там будет последним. Он в Царство Божье не пойдет. Бог желает, чтобы мы не переживали, когда земная жизнь не ставит нас на первые полосы. Не переживали. А даже радовались, если мы в числе задних на земле ради Христа или через Христа знаем, что скоро вся декорация поменяется кардинально. В противоположную сторону. И Бог возвысит тех, кого этот мир не ценил, но кого Он оценил, потому что они полюбили Его. И пусть эти слова, вот этот всякий будет и у нас. Всякий, кто пойдет за мной вот так вот решительно и бесповоротно, он уже на земле имеет эту радость от того, чтобы быть с Господом. И он будет принят Богом в свое царство. Дай нам Бог, чтобы мы прожили жизнь вот с такой вот посвященностью, чтобы когда придет время умирать, нам не получится разминуться смертью. Ну, разве только Христос придет раньше. Когда придет время умирать, когда придет это нежданное гостье с косой и подкосит нас, мы без сожаления перешагнули то царство, которое Бог готовит для нас. Чтобы там могли его прославить того, для которого нет ничего невозможного, который может спасать таких, как мы. Богу же все возможно. Аминь.